Всем привет, дорогие друзья, с вами Тарити, добро пожаловать в игрушку 5 ночей с Фредди. Это первая часть, не забудь поставить палец вверх и подписаться на мой канал, если ты впервые. Ну что ж, ребят, я до этого не играл никогда в 5 ночей Фредди, в оригинал не играл, ребят. И сейчас я попробую поиграть. Я надеюсь, ты поставил палец вверх и подписался. Если хочешь больше серии, хочешь, чтобы мы прошли всю игру, то поддержи меня пальцем вверх. Ну что ж, давайте начинать. Я не знаю, как я буду реагировать. Так, первая камера. Звонит какой-то звонок. Так. А, я могу закрыть. Что это такое? Алло? А, это свет. Отлично. А, надо беречь электричество, ладно. Давайте посмотрим камеры. А, я никого не вижу. Вот они, аниматроники, какие-то головы. Так, тут шторка. Я, ребят, думаю, я погибну. Знаете почему? Потому что я играю первый раз. А когда играешь первый раз, в основном так оно и получается, что погибаешь. Так, тут у нас все хорошо. Кто-то что-то там говорит. Так. Я вообще не вижу никаких аниматроников. Мне кажется, мне повезло, и я попал туда, где не будет аниматроников. Вот, все, они, все нормально, все на месте. Так, мы закроем. Закроем двери. Так, это свет включать. Ясно. Бла-бла-бла. Что такое лифт? Это электричество? Блин, надо... Надо выключить электричество. Вроде я выключил. Так. По-моему, ребят, я ничего не замечаю. Нет никаких аниматроников. Все на местах. Все на своих местах. Не знаю вообще, что тут можно бояться. Так, все окей, ребят. А, фотография. Смотрите, он упал, нет? Не могу понять. Что-то меняется? По-моему, ничего не меняется. Да. Все закрыто. Я думаю, я выживу, ребят. Это не так уж и сложно. Все окей, все нормально. Спокойная ночь. Ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Ну, как немножко странно. Фух, походу это самая спокойная ночь. Так. Что такое 73%, 72%? Можете это под комментариями подсказывать? Потому что я навряд ли один разберусь. Ой, аниматроники спят. Может, надо открыть? А, электричество у меня тратится. Так, почему эта камера что-то зафиксировала? Запись идет. Абсолютно. Power 31%. Если что, мы закроем. А, можно посмотреть, что тут. Ясно. Можно подсветить. Если я закрываю, это электричество сильнее тратится. Так понимаю, быстрее. Угу. Поэтому я понял. Так, окешки. Поэтому давайте откроем, чтобы электричество приберечь. У меня 22%. Так, что такое? Почему тут камера? А, или та, которая горит. Вообще ничего не замечаю. А, 2А, ночь 1. Эй, что произошло? Странно. Что-то случилось? Слушайте, этого раньше не было. Вот этого аниматроника не было. Странно очень. Его нету, куда он ушел.
Так, какая камера рядом со мной? То есть, где я нахожусь? А, Ю, я тут. То есть, если я тут найду аниматроника, то он будет рядом со мной. Тут вообще ничего не видно. Очень странно. Блин, 11%. Так, тут никого нет. 9%. Ёлки-шмоталки. Вы видели, ребят? Ё-моё. Он реально тот? Тут? Он тут был где-то. Блин. Так, где ж ты? Вот он, Мишка. Боже мой. Вы видите кого-нибудь? Я не... Что? Что? Света нету. Вы издеваетесь? Эй. Ау. Нет. Нет, нет, нет. Дружище. А-а-а. Пожалуйста, уйди. Пожалуйста. А-а-а. Боже мой. Боже мой. Это конец. Я выжил? Блин! И что он сделал? Он меня напугал. Нет. Я живой? Что случилось? Все шипит, ребят. Пишите в комментариях, как пройти эту игру. Я не знаю. Я реально не знаю. Game over. Да, проиграли мы. И как заново начать? Первую ночь даже не прожили. Continued. Давайте. Внизу справа, что ли, часы, сколько мне надо продержаться. Я попробую, ребятки. Так, ну теперь мы будем беречь электричество. Ладно. Где вообще какой-нибудь таймер? А, вот, 12 часов. Все, я понял, наверх надо смотреть. Сейчас 12 ночи. До скольки мне надо дотерпеть, я не знаю. Может быть, до 6 утра. Так, аниматроники пока что все тут. Беспокоиться не о чем. То есть я уже примерно ситуацию понимаю. Вот если вот, вот он я, Ю написано, тут я, моя комната. Если они где-то вот тут будут, либо тут, либо тут, либо тут, то значит они ко мне подошли. Так, смотрим по этим комнатам. Тут никого нет. Ну вот эта камера странная, она не работает. Шестая камера не работает, не знаю, что там случилось. А, сори, что-то ордер. Тут все нормально. Пока ничего не происходит. Вот шестая камера не работает. Нет смысла зажигать. Ладно, мы еще закроем дверь. Это тоже энергию отнимает. То есть нам надо... Вообще вентилятор бы выключить. Он тоже энергию отнимает. Так, у девушки. Даже я когда камеру включаю, это одно деление энергии отнимает. То есть камеру тоже нельзя часто включать. Час ночи, ребят. Час ночи пока что у нас. Фу, а вы в комментариях, ребят, пожалуйста, пишите, как пройти эту игрушку. Может быть, скорее всего, сделаем даже стрим потом на эту игру. Почему бы нет? Поддержи лайком, и мы обязательно сделаем стрим. Но сначала проходим так, попробуем. Так, 82%. Давайте посмотрим. Вот они, я знаю, их 4 аниматроника, и все они, по-моему, тут пока что. Ничего не происходит. У нас час ночи, со скольки они будут выходить, я не знаю. Нету, 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 нету. Так, пока можно расслабиться. Шестая камера не работает. Не знаю, как починить ее. Ладно, пока расслабились. Так, ладно, включаем камеру. Аниматроники все еще тут. Надо контролировать. Ничего не происходит. Заряд пока есть. Заряд надо экономить. 73% заряда. Час ночи, боже мой. Ладно, терпим. Так, ребята, уже 2 часа ночи. 2 часа ночи. Кексик какой-то, смотрите. Давайте посмотрим, что там происходит. Аниматроники пока все еще тут. Все вот они три.
Кого-то не хватает, по-моему, да? Или их всего три? Пока я вижу троих аниматроников, и все они... Все они, ребят, на месте. Никто не шелохнулся даже. Шестая камера по-прежнему не работает. Так, ну и тут все в порядке. Ладно, ждем. 2 часа ночи, в принципе. Возможно, дотянем. Ждем. Ладно, я думаю, долго не надо ждать. Давайте посмотрим. Нет, это они не вышли пока что. Пока что еще тут, в комнате один. Вот в этой комнате они пока не шелохнулись. Они могут по правой или по левой стороне идти. Ладно, это хорошо. Ждем дальше. Так, ребят, я вам говорю, что уже 3 часа ночи. Аниматроники пока все еще тут, пока у нас тихо, спокойно. Заряда 50% еще. Надеюсь, что мы дотянем. Нет смысла смотреть, ну, потому что вот они все, аниматроники, все хорошо. Ждем дальше. Я думаю, можно было вообще свет выключить, чтобы батарейка совсем не тратилась. Но она будет тратиться в любом случае, даже когда я камеру смотрю. Так, ну-ка, все на месте. Странно. Один вышел, ребят. Тут только 2 аниматроника. Кто-то уже вышел на прогулку. Так, по какой камере? 6-я не работает. Вот он стоит, по-моему, да? Я вижу силуэт ног, по-моему, ребят. Вот это силуэт ног. Еще один вышел, да? Один мишка остался. Так, двое вышли. Так, а где они? Один, вот он. Как контролировать? Вот он, Фредди. Вот он еще один. Он пока что тут еще. Так, ладно. 4 часа ночи, ребят. 4 часа ночи. Тут самый эпик начался. Тут и думаю стоит. Так. Пока нет его. Фредди вышел, нет? Походу дела нет, пока Фредди еще тут. Так, смотрим по камерам. Я потерял их. Один вот тут уже рядом стоит. Эта камера вообще не работает нафиг. Один, вот он. Неужели это Фредди? Походу это Фредди, нет, Фредди тут. Ну кто-то явно вышел. Но он еще, в принципе, далеко. Что? Боже мой. Он рядом, он тут. Один уже совсем рядом. Так, Фредди здесь. Так, вот он, зайка. Вот он, заяц. Так, смотрим. Так, тут нет никого. Да, блин. Фредди здесь. Так, и ты далеко. Так, самое главное тут, чтобы никого не было. Он рядом. Справа, 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 справа. Чувак, он справа. 5 часов утра. Она прям совсем рядом. Фредди вышел. Только где он будет, блин? Так, никого нету. Блин, вот это рядом, вот это прям рядом. Я больше никого не вижу, ребят. Вот он! Фредди, да? Или кто ты? Где, блин? 5 часов утра. Нафиг, я закрылся вообще. Блин. Батарея уже почти села. Да как это? Как пройти первую ночь? Так, где же вы, елки-палки? Так, ну ты далеко еще, в принципе. Так, ладно, сюда все вышли. Тут еще заяц. Так, ты тут. Ребят, у меня 10%. Фу, хорошо. Пока не стоит никуда залазить.
До скольки минут додержаться? До 6? Отлично, ребят. 6 часов, да, до 6 надо продержаться. Отлично. Отлично, ребят. Фу, вторая ночь. Вторая ночь будет уже в следующей серии. Если хочешь продолжение, ребята, ну, знаете, что надо сделать? Поставить палец вверх, мы пройдем всю игру, все части будем с вами проходить. Так, вторая ночь, да? Телефонный звонок. Эта камера до сих пор не работает. Вторая ночь, видимо, будет сложнее. Вы, ребят, пока что пишите под комментариями, как лучше пройти эту игру. Давайте советы. Я потом почитаю, и мне будет уже проще. Ну что ж, друзья мои хорошие, надеюсь, все-таки вы подписались и поставили палец вверх. С вами Новый Дарьдей, еще обязательно встретимся. Всем пока-пока. Первую ночь выжили, и это уже замечательно. Пока-пока.